Всем привет, доброе время суток. Многие вопросы задают, где взять драйвера. Кто-то скачивает драйвер пака, но в драйвер паке там много лишнего, хоть и автоматически, но пихает все, что можно. Антивирусы всякие там, ну, это не важно. Нам надо просто драйвера, ничего лишнего. У кого-то видеокарту не может найти драйвер на этой видеокарте, например, у кого-то звук. В основном на ноутбуков идет видеокарта, они как бы встроенные внутри. И на них не так уж просто, проще сказать, найти. Вот. На клавиатуру то же самое. И вот есть такая программа, называется DriveBosner. Этот драйвер Боснер, он как бы сам, а не только с Microsoft, ну, все, что можно скачать, он все вам устроит, если у вас голая десятка или семерка, ну и какая-то, может, система у вас стоит. Особенно в 32-х системах, в рабочих, и, может быть, кто-то по ошибке поставил. Если процессор 64, поставили 32, ну это уже, естественно, идиотизм. Вот. Ну, в принципе, что в этой программе, что интересного, что компоненты поставить, он сам все находится, как видите. Только, естественно, нужен интернет. Вот здесь более 100-200, я точно не знаю, конечно. Вот. Берете, ставите галочки, нажимаете обновить. Сейчас, например, раз обновляем. Вот. Вот. И, например, у кого-то мониторы, видите, видеоадаптеры идут на видеокарту. Сетевые адаптеры, ну, у кого-то для игр, например, что-то. Может быть, вот. Ну, в принципе, все. Что в ней хорошего, интересного есть? Здесь вы можете игру там оптимизировать систему. Это Адарукары. Ну вот она. В принципе, программа то же самое, но это одно семейство идет. Вот. Можно что еще сделать? Инструменты посмотреть, что у вас где-то не включено, что-то не работает. Вот. Потом центр действия, тут больше узнать там. Так вот, в принципе. А здесь настройки у вас есть, можно посмотреть, какие настройки. Ну, по крайней мере, я с третьей версии как бы пользуюсь. Ну и она как бы сильно драйверов я не качаю много, но если есть у меня, например, драйвера, то, ну, они у меня слишком тяжелые. Здесь буквально 20 гигабайт вот этих драйвера, но они идут во все компьютеры, которые устанавливать, например. Но это они как бы, скорее всего, вам не нужны. Это те, которые кто занимается компьютерами, где-то по переносу на флешку, ну и все остальное, в принципе. Ну что ж, наверное, все было интересно. Узнали теперь, как драйвера поставить. Ну, будут вопросы, не стесняйтесь. Пишите, зовите друзей, подписывайтесь, звоните мне на WhatsApp. Все вопросы решим, определимся. Ну и всем пока, до свидания.